Привет, друзья! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем выпуске хочу поделиться с вами новостью, которая появилась на сайте посольства Чехии в Украине, в городе Киев, о распределении квот на получение шенгенской визы в Чехии. Собственно, сама новость. Громадяни України, які проживають в Україні, заява з метою працевлаштування, сезону працевлаштування без обмеження мети, реєстрація проходить через чеські візові центри. Кожен заявник, який був зареєстрований для подання заяви, зобов'язаний протягом 24 годин з моменту отримання терміну для подачі заяви надіслати на електронну адресу візового центру скан-копію свого дозволу на роботу. Якщо заявник не надійшле дозвіл на роботу до зазначеного часу, його реєстрація буде анульована. Звертаємо вашу увагу, що реєстрація для подачі заяви на короткострокову робочу візу буде відкрита 3 вересня 2020 року о 17:30 годин. Місця відкриваються на період з 22 вересня 2020 року по 2 жовтня 2020 року. Тобто в цей період будуть приймати заявку. Тобто спочатку йде реєстрація, а потім вже буде в той період дати на подачу документів. Кількість місць за візовим центром наступне. Ну і тут починається, чесно, сміхопанорама. Київ – 50 заявок щодня. Харків – 20 заявок щодня. Дніпро – 20 заявок. Одеса – 10. Ребят, чесно, це просто, не знаю, як це все коментувати. Це така сміхота. 20 заявок для Харкова, для міста мільйонника, для Києва – 50 – це... Я не знаю, честно, я вам не завидую и желаю только, наверное, набраться терпения, пережить всю эту... Не могу подобрать слова, как это назвать. Но как-то так вот, распределили они квоты. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, бред, послушайте. Назначили даты подачи документов. Всю эту информацию можете найти на сайте, ссылочку я оставлю под видео в описании, так что ознакомьтесь. Уже эта информация есть в сообществе. Делитесь своим мнением в комментариях. Вторая новость, которую же хотел поделиться с вами, касается она тех людей, которые сейчас находятся уже в Чехии непосредственно, работают. Может, кто-то отдыхает, конечно, не знаю. Ребят, здесь очень важный вопрос. Сейчас в Чехии начались проверки документов полицией. Я вам скажу, мы уже попали под эту проверку, лично я. Все происходит очень просто, вас может остановить просто полиция на улице и попросить ваши документы. Все зависит, конечно, от того, какие вы имеете документы. Если это обычная рабочая там, трехмесячная виза Шенген, то, ребят, обязательно носите с собой документ о работе, то есть контракт, желательно, пускай он будет лучше с вами, потому что проверяет мету перебывания, это не просто виза, то есть сверяет даже, где вы работаете. Вот, обязательно имейте с собой страховку на период этого пребывания в Чехии, паспорт обязательно, то есть, чтобы не было никаких проблем, штрафов и всего остального, потому что за этот вопрос сейчас взялись очень серьезно. Меня лично попросили паспорт, посмотрели рабочую карту, посмотрели здравотку, то есть все эти документы проверили, пожелали удачного дня и на этом попрощались. Так что такая вот ситуация, ребят, будьте готовы, предупрежден, значит вооружен. Желаю вам, чтобы никаких проблем, траблов не случалось. Ну а кого что было, делитесь, пожалуйста, в комментариях, рассказывайте об этом всем в нашем сообществе, потому что это очень важно для всех нас, кто живет здесь и работает в Чехии. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если информация была полезной, ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео с друзьями. Всем удачи, до новых встреч. Пока.